Региональная миграционная служба обсудила свои последние результаты работы с общественностью. В частности, был затронут вопрос об изменениях в законе о гражданстве. Озаботиться своим положением и явиться в миграционную службу стоит бывшим гражданам СССР, которым российский паспорт был выдан необоснованно. Иностранным гражданам, в первую очередь, которые прибыли к нам на территорию Российской Федерации до 1 ноября 2002 года и имели или не имеют вообще документов, удостоверяющих личность, это касается и иностранных граждан, и лиц без гражданства, но уроженцев бывшего СССР, скажем так, определенная дата законодателям, то есть те, кто родились до 5 сентября 1991 года. Эти лица также должны обратиться в службу за оформлением гражданства Российской Федерации. Еще в числе важных вопросов – отсутствие в Ивановской области спецучреждения для граждан, которые ожидают выдворения из страны. Здание для этого уже присмотрели, а вот денег на ремонт пока нет. Должны быть внесены изменения в федеральное законодательство определенные, и после этого будет выделено финансирование. Я думаю, что такое учреждение будет создано, и иностранцы будут содержаться в более, более комфортабельных условиях по сравнению с тем, что содержатся они сейчас. Сейчас они содержатся там, где 15-суточники. Нет в регионе и центра социальной адаптации для иностранцев. Проще говоря, платного общежития, где приезжие смогут пожить первое время и ознакомиться с законодательством страны. Но даже если такой центр и появится, то явно не в ближайшее время. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.